останется шайба в зоне Северстали. Бросок, гол! Все классно разыграли армейцы. И Торресен делает счет 3-1. Взрывается сектор армейцев. Далековато они от ворот Кошечкина сейчас находятся. Но вот вторая реализация большинства в исполнении Аска. И сделано все классно. Бросок в касание после поперечной передачи. Тяжело реагировать на такие броски. Ну, череповчане сами себе создали сейчас сложности в этом эпизоде. Была возможность для того, чтобы шайбу выбросить из своей зоны, но в спину Кольцова угодили шайбой, который просто уже катился к своей синей линии. И с этого, в общем-то, все и началось.